Всем привет! В нашем ассортименте пополнение мебельной кожи. Вы только посмотрите, какие разные интересные варианты. Есть очень эффектные под крокодила и глянцевые, и более матовые, которые также могут подойти для пошива аксессуаров. Оставайтесь с нами, смотрите дальше, рассмотрим их более подробно. Также подпишитесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о новинках. Давайте сначала рассмотрим вот такую интересную искусственную кожу с названием пунта, турецкое производство. Эффект каретной стяжки всегда был любим и популярен, и очень часто встречается в обивке изголовья кровати. Она довольно пластичная, что облегчает работу с ней. А вот на этом цвете есть еще небольшое напыление блесточек. Очень красиво блестит, переливается. Приехало к нам еще два варианта потолочной искусственной кожи для перетяжки салона автомобиля. Довольно прочная и стабильная искусственная кожа вот с такой флисовой подкладочкой изнутри. Два довольно классических оттенка, которые смотрятся очень дорого и привлекательно. А это наша потрясающая жемчужина нового поступления. Искусственная кожа под крокодила. Посмотрите, какая она эффектная. Стеснение выступает на поверхность, оно не гладкое и очень красиво передает кожу рептилии. Эту искусственную кожу вы можете применить для производства и создания сумок, также багажей, дорожных сумочек, клатчей. В интерьере она тоже будет выглядеть весьма привлекательно и дорого. И еще один довольно интересный вариант имитации под кожу крокодила. Эта искусственная кожа также выполнена с мягкой изнаночной стороной. И, кстати, вот этот вариант мы очень рекомендуем рассмотреть для пошива верхней одежды. Например, тренчи, курток. Благодаря своей повышенной износостойкости она также подойдет для создания пошива сумок, клатчей, кошельков и других дорожных вариантов. Ну и в интерьере она, конечно же, тоже будет смотреться очень привлекательно и эффектно. Одним словом, рекомендуем. Приезжайте в магазин ДКБ в Минске, смотрите в описании под видео ссылочку на наш сайт, и там в каждой карточке будут указаны магазины, где представлены эти ткани.